На каждом снимке большого благотворительного проекта «150 золотых маршрутов моей Беларуси» кусочек истории, фрагмент прошлого, посыл в будущее. Так известный белорусский фотограф, художник и реставратор Владимир Цверко увидел заповедные для массового туриста места нашей Беларуси. Каждый может подойти, почитать и не только посмотреть, но и посмотреть координаты, и если есть желание, сесть на автомобиль, велосипед, по мере доступности этой достопримечательности, поехать и посмотреть его воочию. Чтобы увидеть настоящую красоту, не обязательно покидать пределы страны. 150 золотых маршрутов – это проект, цель которого – показать забытые и малоизученные исторические точки. Многие даже не подозревают о существовании столь богатейшего архитектурного наследия. Очень зацепило вот этот именно древний вид нашей, оказывается, столько много интересных архитектурных строений, которые мы даже и не знали, и не видели. И хотелось бы их увидеть еще и съездить, и побывать даже в тех местах. Я немножечко была, так сказать, удивлена и тем, что так, много таких замечательных мест, о которых мы не знаем в нашей Беларуси, которые стоит посетить, посмотреть. И, наверное, действительно в ближайшее время стоит это сделать. Владимир Цверко сфотографировал почти все исторические памятники в Гродненской, Минской и Брестской областях. 30 планшетов с точными координатами – это лишь малая часть проекта. В ближайших планах – создание подробного путеводителя, в котором каждая историческая жемчужинка займет достойное место. А в конечном итоге привлечет внимание реставраторов и будет сохранено для потомков. Не все работы, которые здесь представлены, представляют из себя полноценные действующие объекты. Здесь есть и руины, и он тем самым напоминает, что наша Беларусь имеет богатую историю, и насколько это реально, постараться ее сохранить, законсервировать или оставить хотя бы в том виде, в котором она представлена сейчас. Ежегодно таких мест в Беларуси становится все меньше. Памятники архитектуры разрушаются, сносятся, сжигаются. Поэтому для Владимира Цверко каждая руина уникальна. И его цель – запечатлеть и сохранить, а наша – успеть увидеть. Ирина Альшова, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «БукТВ».